Люблю я вечером с мужем сесть за просмотр какого-нибудь фильма, и без закусок к такому мероприятию не обойтись. Часто подготавливаю что-то сама, например, делаю соус, сегодня остановилась на этом. Для данного варианта подойдут разные закуски. Крекеры, тако или соленые чипсы, а еще лучше сочетаются хрустящие овощи. Огурцы, морковь или сельдерей, хорошо, что сразу получается большой объем, ведь соус очень вкусный. Вы убедитесь в этом, когда узнаете, как приготовить дип из греческого йогурта. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. В миксер или блендер выложите все ингредиенты, предварительно зелень укропа отделите от веток, удалив их, несколько орешков оставьте для украшения. 2. Взбейте соус в течение 60 секунд. 3. Подавайте дип с овощами или крекерами, добавьте сверху кусочки орехов, приятной дегустации. Ставим лайк и подписываемся. А теперь ингредиенты. Греческий йогурт 480 мл, грецкий орех 75 грамм, укроп 3 штуки, веточка, чеснок 2 зубчика, соль по вкусу, черный молотый перец по вкусу, количество порций 5. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Удачи, друзья, заходите.